этом спортивном магазине, где можно пробовать все. Ну что, поехали пробовать самокаты? Ага. Алиска, он у тебя такой милый. Розовенький. Поворачивается. Не поворачивается. Давайте возьмем тогда, который поворачивается, протестировать. Вон. Пап, я предлагаю взять вот тот, который. Сейчас попробуем. Тут на самом деле самокатов целая куча. Можно попробовать разные. Большие, маленькие, взрослые и детские. Во! А я сейчас, друзья, попробую покататься на большом самокате для взрослых. Давай, у тебя получится. А мама с тележкой тут стоит, никуда никого не догоняет. Охраняет Кока-Колу. Оп, молодец. Встречаем. Встречаем папу. Папа, у папы трафик, он застрял. Пап, мне точно такой же. Давай. Ну, честно говоря, у него тормоз вот здесь, тормозит на второй ногой. Это не очень удобно. Я бы брал здесь себе брать самокат с тормозами тут на руле. Потому что он очень быстро разгоняется. Прям вообще, можно врезаться в кого-то. Прикольненько. Все ездят, тут трафик такой просто невозможный. Все катаются. Можно, то есть если у тебя нет этого ничего дома, ты приходишь в магазин и просто целый день здесь катаешься. Да, как у Николь были один в один. А ты какие хочешь? Какие ты выбрала, Николь? Вот такие? А, очень красивая. Ага. Да, и на них есть чехол. На конек, Лен, как он выглядит. Класс. Прикольно. Что у нас происходит? У нас какой-то кипиш, как всегда. Мы сейчас сначала пойдем посмотрим все, а потом уже будем выбирать. Давай. Вообще не оторвать Николь и Алису от вот этих штук. Класс. Так, я чувствую, да, что мы вас с улицы не вытащим. Так, теперь идем смотреть велосипеды. Да. Да, Николь и Алиса нашли себе тренажеры. Давай, залазь. Ставь ногу. Вот. Ну как тебе, Алис? Ну да, это же для взрослых. Вот они, велосипеды. Их тут огромная тьма тьмущая, просто целая куча. Ну что, выбирайте себе любые, берите и пробуйте. Так, ну вот они, это велобеги, только я не понимаю, в чем их прикол. Мы с Николь сейчас будем тестировать велосипед. Ой, вы выбрали велосипед? Да. Миленький? Такой, да. Ну это, конечно, не так, как в Италии было, да? Тут такой уже старенький у нас был велосипед. Во-во-во-во-во-во. Ты уже забыла, наверное. Ну что, малышка, а ты будешь подогонять? Давай своими ножками маленькими перебирай. Умница, молодец. Только нужно давай все равно учиться на педальке становиться. Ну тогда и велосипед не нужен. А зачем же велосипед? Тогда мы купим велоход. А зачем же тебе тогда велосипед, если ты не крутишь педальки? Я хочу другой. Ну, мы подъезжаем к вам. Давай. А вам удобно? Мне кажется, Николь очень нагнута вперед. Ну, может, да. Нужно сидушечку поднять, или руль? Да, руль повышена. Что, Николь, ты сама сможешь ездить? Нет, пока нет. Нет, ты будешь ждать папу? Так. Сейчас к нам подъедет папа. Тоже протестирует велосипеды. Очень хорошо учиться здесь. Тоже тебе не машин, ничего. Сел на велосипед. И учишься, повороты, торможение. Вот он, папа едет. Турист. Нам турист из Италии приехал. Мегабайк. Да. Классный? Я тоже хочу себе велосипед, но я такая трусиха. А, вот у нас новый экспонат. Вела Алиса. Новая модель, живая. Берет вас на ручки или садитесь к ней на шею и едете. У нас новый экспонат. Вело Алиса появился. Велосипед Алиса. Вело Алиса. Ну
Хорошо, Николь, мы с тобой едем. Поехали. Ну, давайте вдвоем. А что? Тебе надо помочь. Я не смогу ее открыть. Я вижу, что у тебя все получится. Давай, у тебя все получится. Давай, я помогу тебе немножко. А что нужно? Ты хочешь, чтобы я тебя придержала? Просто иди. Кайся. Ну так тебе ты падаешь, потому что ты не едешь, потому тебе нужно тронуться. Я надо тронуться, тогда будет нормально. О. Молодец, наконец-то получилось, Николь, умница. Так, где же Алиса? А, вон и Алиса. Сейчас мы будем встречать их после круга подсчета. О, маленькая, все? Ты уже не вела, Алиса? Ты кто? Это большой велосипед. Это велосипед для Николи или даже, наверное, для папы или для меня. А в той... А в этой корзиночке возить продукты? Нет, меня! Нет, для тебя там есть специальная креселка велосипедная. А вон они здесь. Пойдем, я тебе покажу. Вот такие кресла. А ну, давай, едь на нас. А ну, еще покажи. Умница, давай, ты справишься. Давай, у тебя все получится. Молодец, умница. Ну все, Николь вспомнила, как ездить. Ой, мальчик поехал. Ты хочешь сесть? Не-не-не-не-не, кисулечка, это опасно. Это креселка, оно приделывается, посмотри. О, а есть вот такой паровозик, смотри. А вот такой трубочкой к большому велосипеду присоединяется маленький велосипед, как слоники держат маму за хвостик, чтобы не потерялись. Знаете, я каталась на велосипеде, все ж устала. Вообще. Классно. Да. Классный магазин. Да, вообще офигенно. А мне не классно, у меня уже устала. Ты устала, тебе скучно? Да. Пойдемте, я сейчас будем выбирать скейтборд или самокат. Потому что Алиса ни на чем не хотела кататься, но ей на самокате только понравилось. Ну да. Николь одела то, на чем она умеет кататься, вообще супер. А ну, Николь, покажи класс. Ну что, мы набрали в спортивном магазине 1 050 000 всего. Ждите обзор. Да, мы взяли очень-очень много всяких спортивных классных товаров, которые мы вам покажем очень скоро. Да? Они офигенные. А пока мы кушаем, взяли картошечку фри, потому что мы очень проголодались. Взяли маленькие сушки, и вот там большая детская площадка, на которую... Николь и Алиса сейчас побегут. Хорошо, вы сейчас докушаете на площадку? Угу. Ура! Нужно снимать. Ну что, ты готова? Алиса? Алиса разувается, и мы уже пришли, в принципе, на детскую площадку, на эту. Большую, тут такую трехэтажную. Алиса, Николь, давайте прощайтесь со зрителями. Пока-пока. Пока-пока, до завтра.